Привет, сегодня снимаю моих палочников. Вот это их новый домик. Вот он. Большой такой. Он остался от моего хамелеона Валеры. Когда ему было еще 2 месяца, когда мы его недавно купили. А вот их прошлый домик. И один раз, когда еще они в этом домике жили, я такой открываю этот домик и смотрю, а там такие 2 маленьких новорожденных палочника появились. И сейчас их очень сложно найти. Но через день случилось очень, печальное событие. Сейчас вам покажу. У нас умерла самка этого палочника. Я такой открываю на тот следующий день. Смотрю, она висит на одной лапе, а других лап вообще просто нет. Оторвала. Я думаю, что с ней случилось? И у нее было такое распорто немного брюшко. Неужели они подрались? Я так и не мог понять, почему она умерла. Если что, самков от самцов отличается, что самки сами по себе крупнее, а самцы это коричневые они, а самки темно-зеленые. У нас на самом деле самый большой палочник это была самка. Вот. Вот это намного больше пространства, места, вентиляция вот хорошая такая. И для них такую маленькую такую тарелочку соорудили. Поилку еще не смогли, но хотя бы вот это. Надеюсь, им сойдет. Не очень заметил, что он хорошо кушает. Вот, смотрите, он кушает. Ой, это плохо показывается. Но он кушает, видно. Вот на этом наше видео заканчивается. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Пожалуйста, и цените мой труд. Ладно, всем пока и удачи.